Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня очередное прекрасное весенне-летнее утро. Сегодня 30 мая 2019 года. И мы с вами на Петродлинском озере. Всегда поражаюсь здесь красотой и чистотой, которые царят на этом озере, природой, птицами. Посмотрите, какие деревья здесь растут. И тебе айва, и целая роща березы, и орехи, грецкий орех, и елочки, и клен, и опять березы, и маслины, и розы, там целый розарий есть, я вам потом покажу. Ну, естественно, конечно же, прекрасное такое вот озеро. Красота неописуемая, друзья. Ой. Прямо настроение повышается, честно говоря. Посмотрите, какая красота. Я тут ближе к дамбе стал специально. Думаю, здесь все-таки сегодня что-то поймаю. Посмотрим, что получится. Здесь, как всегда, уютно. Есть здесь спрятаться от дождя. Есть сразу мангал тебе, мусорный бак, туалет. В общем, все условия, друзья, для семейного отдыха тут все прекрасно. Просто шикарно. Из прикормок буду использовать прикормку фирмы Fish Dream, так как здесь есть и амур, и карп, и досолобик, поэтому и буду использовать такую прикормку. Карп амур, досолобик амур и гейзер, друзья. Думаю, что как раз вот этот гейзер даст нам больше поклевок, потому что он будет мутить воду, будет поднимать частицы вверх. Это как раз то, что нам нужно. Друзья, вышло солнышко немножко. Прикормку я замешал уже. Вот. Такая она получилась. Классная. Добавил туда сюда немножко семя конопли. И, оказывается, забыл дома манку. Вот. Пришлось по дороге покупать манку. И сейчас ее заколопуцу и буду пробовать ее ставить на крючок. Да, наступает жара, друзья. На солнце сидеть невыносимо. Приходится сидеть в тенечке. Под тенью деревьев, благо они здесь есть. Слышите, как гудит бензокоса? Да, тут постоянно работают эти работники, постригают траву, поэтому здесь всегда красиво и уютно. Пока ничего не клюет, вот забросил два фидера, ну один пикер, один фидер. Один с классической фидерной оснасткой inline, а второй вот. А второй с кормушкой Потап 40-граммовый. Итак, друзья, вяжем снасть с кормушкой Потап. Делается это все очень быстро, легко и просто. Основную леску нашего удилища продеваем в отвод. Вот. Продели. Привязываем вертлюжок любым удобным для вас узлом. Я буду использовать узел клинч. Практически всегда его использую для привязывания вертлюжков. Мочим, затягиваем. Есть. И привязываем поводок методом петля в петлю. Поводок я предварительно уже связал, он 40 сантиметров. Вяжу с крючком вот таким вот анаконда 103 серия. Его производят в Китае, на том же заводе, на тех же станках, теми же людьми, из той же проволоки, что и производит Овнер.
Но только Овнер, как и Гамакацу, как и другие такие популярные крючки, стоит дорого, а анаконда стоит недорого. Хотя качество практически одинаковое. Поэтому не знаю, почему нужно переплачивать. Так, есть. Все, оснастка готова, друзья. Вот она. Кормушка, отвод, вертлюжок и 40 сантиметров поводок с крючком. Есть. Вторую буду взять такую же, с такой же кормушкой, только я предварительно отрезал поводок. И хочу сделать короткий поводок, чтобы крючок был над кормушкой. Потому как прикормка Вулкан, она такая своеобразная. Ну вот, друзья, вот мой вариант второй. То есть поводочек коротенький, тот же вертлюжок и маленький коротенький поводочек. Вот так будет выглядеть наша прикормка в кормушке. Поводок будет сверху, гейзер будет поднимать эти частицы вверх, и крючок будет находиться над ними. В наличии сейчас есть в магазине эти кормушки Потап 100-граммовые и 80-ки с отводами. Ну и 40-ки, 20-ки тоже есть в наличии. Вы знаете, насколько они эффективны, особенно на Днестре, с зерновыми, особенно с горохом. Это просто один из лучших и самых эффективных вариантов ловли на Днестре. Друзья, покажу еще один маленький секрет, которым я всегда пользуюсь. Особенно на таких водоемах, где есть крупная рыба, где нельзя стопориться, используя на катушке стопор. Вот у меня такой маленький флажочек из изоленты. Вот, смотрите. Видите? Когда он возле катушки, я понимаю, что оснастка находится на том месте, куда я всегда забрасываю. В одно и то же место. Вот, таким образом рыба прикармливается к одной точке. Главное не торопиться, друзья, потихонечку. Оно будет по-любому. И главное, чтобы не было затянутой фрикцион. Потихонечку ее подводить. Не спеши. Крючки, я уверен, он острый. Смотрите, как удилище гнется. Работает, срабатывает нормально. Пока не хочет подходить под саку. Ну ничего. Он скоро устанет, друзья. И тогда он будет наш. Да и я не хочу быстрее его вываживать. Потому как боюсь, что порвется поводок или шнур 008. Лучше поиграемся с ним пока. Пусть он походит туда-сюда. Надо, чтобы он еще хапнул воздуха. Это будет вообще хорошо. Иди. Как уходит, а? Ну. Развернулся. Красавец. Да, долго приходится с ним играться. Но это того стоит, друзья. Тем более, что это не в тягость, это за счастье. Никак не хочет, друзья. Наш карпик. Классно. Адреналинчик, то, что надо. Давай. Давай, дружок. Где-то там покажись, не мучай друзей.
Если чуть-чуть больше я затяну фрикцион на катушке, я его потеряю. Поэтому делать этого не буду, потому что он может резко дернуться и оторвать поводок. Поводок-то 0,16, друзья. О, это вот белый амур, друзья. Белый амур? Да. Угу. Это не карпик. Я думаю, что он такой сильный? О, глотнул. Хорошо. Это уже первый явный признак того, что он уже устал. Вот. Вот так уже приходит выматывание и себя, и рыбы. Вот он. Устал. Ну давай, трудяга. Ты молодец. Хорошо поработал. Вот он. Момент истины, друзья. Есть, красавец. О-о-о. Да. Красавец. Да. Давайте пойдем в тень. Да, в тенечек. Он устал, мы тоже. Фу. Вот такой у нас белый амурчик. Честно говоря, устал. Посмотрите, смотрите на тот тоненький поводочек. Давид, покажи ближе. Тонкий поводочек и 10 номер крючочек. Смотрите, за край губы он зацепился. Вообще, он держался еле-еле. И если бы я дернул бы его, офигеть, то он бы ушел. Вот такой красавец в наших руках. Посмотрите. Супер! О! Сила, мощь, красота! Друзья, я сегодня на этом помосте не один. Сегодня я с подписчиком. Это Давид. Давид, поздоровайтесь с нашими... Привет, друзья. ...друзьями, которые смотрят канал «Все для клёва». Вот. Если вы смотрели раньше наши видео, друзья, то, может быть, вы видели Давида. Он был судьей на соревнованиях 3 сезона. И сегодня он с нами. Да. Выбрался на рыбалку. Да. Вот так созвонились. Спросил, можно, но ничего нельзя. С подписчиками мы всегда рады. Конечно. Или одному ездить, или ездить в компании. Да, всегда приятнее. Да, однозначно. Вот, у Давида 2 удилища. Один крокодил и второй фидерное или карповое. Что это у вас? Карповое, да? Карповое удилище. Карповое удилище. Да, кормушка, да. Фидерная, да? Да, фидерная кормушка. А, патерностер, оснастка... друзья. Патерностер, да. А, это асимметричная, несимметричная петля. Да, асимметричная петля. Да. Угу. Так. 6 номер. Крючок. И на... тут бойл, что ли? Бойл, это самодельный бойл. Ага. Пытаемся. Ну, первый раз, как говорится. Пробуем. Этот бойл... Лежащий. Пылящий, как говорят. Пылящий, да? Да. Угу. Интересно. Попробуем. И здесь тоже такая же оснастка, да? Да. Тут то же самое? Да, такая же, только здесь бойл стоит, а там стоит кукуруза. Ну, я так понимаю, здесь нужно ставить оснастку, ту, которая над дном немножко. Да, подъем. Да. Но, к сожалению, я забыл пенопланетные шарики. Так я могу дать, проблем нет вообще. Я, друзья, использую вот такие вот пенотесто в протеиновой оболочке, дипованный, фишспортовский кукуруза. Вот она. Вот такая. Пахнет кукурузой, сладкой. Вот на такого поймался у нас белый амур. Кукурузу вы привезли? Отварная кукуруза. Так. Сколько, сколько вы варили ее? Варил с момента, как закипела вода, 20 минут. С 15 минут уже начала вот таким макаром кукуруза. Вот. Есть лопнувшая. Есть кукуруза, которая твердая. А есть кукуруза, которую вот нажимаешь, и она раздавливается. То есть здесь, я так понимаю, что здесь не один сорт кукурузы. Ага. Да. Может быть... Друзья, вот мы попробуем сейчас этой кукурузой прикормить. У нас есть вот такой замечательный спомб. Вот у нас есть такой спомбик. Да.
И мы сейчас им попробуем прикормить наши точки там, туда, куда мы забрасываем. Там и прикормим. Посмотрим, что это даст, какой эффект. Молодой камыш. Отдел молодого камыша, да? Побеги, да. Молодого камыша. Побеги молодого камыша. Попробуем на молодой камыш. На амурчике. Ага. Друзья, давайте познакомимся с Михаилом. Это мой давний друг, товарищ и брат. Вместе служили в армии как-то. Добрый день, друзья. Я Младенцев Михаил. Вот сегодня рад увидеть Сашу на рыбалке. Мы встретились. Рядом у нас мостики. Он, конечно, безусловно, профессионал. Я тоже у него учусь. Он очень много дает полезной информации. И то, что у меня сейчас в воде, это с его легкой и хорошей подачи. Я такой мощнейший рыбак, что он меня учит даже, как крючки привязать. И я пользуюсь этим. И вам советую, кстати, между прочим, тоже. Потому что наука это такая тонкая, и ее нужно, конечно, осваивать. Забросил сегодня 4 прута. Значит, на 2 прутах у меня справа это макушатнички, а слева 2 прута забросил пружины с кашкой. Была на левой удочке на пружинке поклевка, но пока рыбка не взяла. Подождем. Как говорит Саша, не клюет и не прикажешь. Но в принципе, если хорошо подкормить, то она все равно клюнет. Где она однозначно, денется? Однозначно. Я рад был с вами увидеться, друзья. Подписывайтесь на канал, все для клева. Я подписан, вам советую. Всего доброго, удачи. Спасибо, спасибо. Так, ну что ж, друзья, у нас поклевочка. Крючок там слабенький, не хочется брать его на силу. Давайте посмотрим, кто там. Покажись нам. Или амур? Опять амур. Не будем его на силу. Пусть помучается все. Пусть уходит. По-моему, даже больше, чем тот. Может быть. Может быть. Хороший. Хороший амурчик. Красавчик. Ух. Быстрее получилось. Да, чем в прошлый раз. Давай. Мощный, слушай. Да. За нижнюю губу, друзья. За нижнюю губу. И смотрите, получается настолько острый крючок и маленький, что он просто прошил его нижнюю губу. Чтобы вы понимали. Прострочил, скажем так. И вышел наружу. Получается крючок. Вы поняли? То есть вот он. Там кость. Да. Ну, значит, не, хороший. Не оборвешь. Хороший крючок. Да. Никуда бы он не ушел. Друзья, крючки анаконда. Вот он, друзья. У-ху-ху. Второй красавец. От YouTube канала все для клёва. Вау! Супер! Вот такая вот оснастка, смотрите.
кормушка вот такая. Я его залепил прикормкой. Тут вертлюжочек и маленький поводок. Мы его приподнимаем технопуфом, цепляем кусочек кукурузки. И вот такие красавцы. Вот они. Просто бомба. Посмотрите на него. Это же счастье, а? Согласны? То, что надо. О! Толстолоб. Толстолобик, друзья. Ну да. На кашку. На кашку. Прикормочка. Да. Прекрасно. Это он меня сейчас просто уже спутал. Ну, на самом деле это был один, этот, как его, опарышек, да? А висела вот клубничка. Ага. Пуфик. Технопуф, да? Да, технопуф. Так, а клюнул на нижний крючок или на верхний? На вот этот. С опарышем? Да. Значит, здесь был технопуфик, и в конце висел один опарышек. Угу. Ну, друзья, с почином сегодня. О, класс. Неплохой такой. Килограммчика полтора, я думаю, да? О, классный. У нас тут третья поклевка. Причем так она затрещала, что мама не горюй. Давайте на нее посмотрим, кто это такой там. Серьезно? Да. Видишь, как он? Туда хочет. Опа, давай. Ну, покажись. Не нервируй людей. Угу. Серьезный парень. Боров. Ах ты ж, елки-палки. Не хочет. Так, попытка номер два. Давай. Еду там. Так, круг почета. Давай. Пугался, нет. Ушел. Не, на месте, на месте. Ух, друзья, красота. Я так понимаю, еще один белобучик. А, да. Третий, да, Мур? Да. Понял, друзья, нравится ему кукурузка. Кукурузка и технопуф. Нравится ему. Вот этот, что я вам показывал, нормальный рабочий вариант. Она получается дикованная, пахнет кукурузой и сладкая. Ай, твою мать, далеко. Крючок острый, анаконда. Я думаю, что мы его вытащим. Даст Бог, все будет хорошо. Вот, давай, 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 давай. Есть. Да. Да, друзья. Так, так, мой, не тяни. Этот очередной красавец. Так. Что там, не сцепил? Уже нет. Хороший. Друзья, ну вот он, смотрите.
Хороший. Красавец, а? Вам нравится? Мне тоже нравится. Просто бомба. Очередной красавец. Серебряный такой. Ой. Давайте посмотрим, где он там. О! Все, и выпало получается. Выпал наш крючочек. Вон такой красавец, смотрите. Красивый. Серебряный. То, что надо. И вот такой, друзья, у меня новый подсак. Он длиной 2,5 метра. Прошлый мой классный фидерный подсак, к сожалению, пришел в негодность. На прошлой рыбалке его раздавил один из рыбаков. Но благодаря его джентльменским качествам он расплатился за него. Вот. И я себе приобрел новый, вот этот. Ручка, конечно, чуть-чуть коротковата. Мне хотя бы 3-3,5 метра, но 2,5 тоже нормально будет. Я думаю, что достаточно. Какие выводы можно сделать по рыбалке? Значит, очень хорошо отработала прикормка Fish Dream. Не ожидал я, друзья, не ожидал. Этот есть толстолобик амур, да, это у нас гейзер, друзья. Вот эти три прикормки вместе дали такую мощь, что вот этот амур не выдержал и клевал. Друзья, ну вот он наш сегодняшний улов. Этого карася еще даже не сняли с крючка. Вот. Три таких классных белых амура и три карася. Ну, немного, но зато поклевки очень яркие. Вот. Адреналинчика было море, позитива много. Поэтому я думаю, что сюда стоит приезжать, отдыхать, набираться сил для новых свершений. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Ну, я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Пока!